Департамент охраны Ленинского отдела Бреста и яслисад номер 65 связывает давняя дружба. 10 лет назад люди в погонах взяли шефство над дошкольниками, и с тех пор они не только хорошие помощники, но и желанные гости. Особенно в дни новогодних и рождественских праздников. Тем более, что мероприятие, на которое пригласили шефов, проходит в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети». Встречать новогодние и рождественские праздники в компании, в кругу друзей – это, конечно, здорово. Мы очень рады, что у нас есть такие друзья, как Департамент охраны Ленинского района. И вы правильно сказали, с ними мы уже сотрудничаем около 10 лет. Я не знаю, это всегда хорошее настроение, это всегда поддержка какая-то в новогодние праздники, потому что у нас разные дети в детском саду. Это всегда новогодние подарки, хорошее настроение, ну и просто прекрасные отношения. Есть у яслей и сада и еще одна особенность. В учреждении созданы две специальные группы. Одна для детей с трудностями в обучении, и вторая для малышей с особенностями в развитии. За 10 лет сотрудничества благодаря сотрудникам департамента охраны в саду обновили игровое оборудование, мебель в группе для детей с трудностями в обучении, спортивный инвентарь и игрушки. В этот раз шефы подарили новую качель, которую установят весной, и арктехнику, а также развивающие игры и сладкие подарки. В ответ малыши делятся своим хорошим настроением и позитивом. Мы уже порядка 10 лет приезжаем в этот детский подшефный сад, и на деньги, собранные сотрудниками работники отдела, каждый год мы покупаем спортивный инвентарь, игрушки для детей и, конечно же, приезжаем, поздравляем их с новогодними и рождественскими праздниками. Это, поверьте, доставляет огромное удовольствие всему коллективу Ленинского отдела охраны. Вот эти счастливые глаза детей, вот эта радость, они готовятся, они показывают представление. Здесь, как говорится, сложно что-то еще сказать, потому что это огромное-огромное удовольствие. Новогодние и рождественские праздники – пора чудес и волшебства. А еще это время делает добро не только близким, но и совершенно незнакомым. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».